Привет всем! Вы на канале у Татьяны, дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодня готовим котлому по простому, очень-очень доступному рецепту. Получается нереально вкусно и слоистый. Котлома с луком, зеленым луком, укропом, а также обычным столовым луком. Но прежде чем начать видео, приглашаю вас на мой новый кулинарный канал. Ссылочка в описании. Ну а мы с вами, как всегда, начинаем! Приготовление котломы начинается с того, что в глубокую миску я просеяла муку. Нам нужно соединить все сухие ингредиенты. К муке я добавлю разрыхлитель, сахар и соль. Венчиком все смешаю. Когда все сухие ингредиенты смешаны, приступаем к молоку. Молоко теплое, выливаю в миску и замешиваю в меру тугое, не прилипающее к рукам тесто. Я вымешивала тесто приблизительно 5-6 минут, и вот такое оно у меня получилось. Не прилипает к рукам. Накрываю его пищевой пленкой и отставляю в сторону. А сейчас займусь начинкой. Начинка у меня луковая. Поэтому беру лук, разрезаю его на две части и теперь нарезаю его полукольцами. Если вы даже не любите лук, попробуйте. Котлома с луком получается идеально вкусной. Нарезанный лук отправлю в миску побольше. Вторая часть начинки – это зеленый лук и укроп. Его я вымыла заранее и теперь нарежу достаточно мелко. Лук и укроп, зеленый лук и укроп придаст очень и очень насыщенный аромат весны и лета. Зеленый лук и укроп отправлю в миску к нарезанному луку. А теперь нам нужно заправить начинку. Высыпаю по вкусу сахар, обязательно для баланса вкуса, соль. И кориандр, куркуму и копченую паприку. Лопаткой все перемешиваю. Соединяю. Можно это сделать и руками. Прошло 20 минут. Наше тесто расстоялось. Теперь снимаю пищевую пленку. И вынимаю тесто на коврик. Подпыляю коврик оставшейся мукой. Тесто раскатываю вот так или скатываю колбаску и делю на 9 приблизительно равных частей. Каждую из частей теста я обсыпала мукой и теперь скатываю ее в колобок. Отставляю в сторону на край коврика. Продолжаю работу. Когда все тесто скатано в колобки, беру один из них и раскатываю его, присыпаю слегка мукой. Раскатываю тесто диаметром приблизительно 15-20 см. Тесто, раскатанное в пласт, снова обсыпаем мукой и складываем вчетверо. Отправляем тесто на край коврика и снова продолжаем работу. Беру следующий колобочек теста, подсыпаю мукой и раскатываю его в пласт. Когда все тесто уже раскатано, беру один кусочек теста, который я уже раскатала заранее, и растопленное сливочное масло, а также силиконовую кисточку. И смазываю, обильно смазываю тесто растопленным маслом, чуть-чуть не доходя до краев теста. Беру начинку и посыпаю сверху на пласт теста. Начинка получилась очень ароматной и вкусной. Беру сложенное тесто, расправляю его и выставляю сверху. Распределяю. Снова беру растопленное сливочное масло и смазываю уже второй пласт теста. Масло не жалею.
Чем больше масла, тем слоистее в итоге получится котлома. Второй пласт теста также посыпаю начинкой. Снова беру сложенный пласт теста, выкладываю его сверху на второй и аккуратно пальчиками вот так разравниваю. На третий пласт теста я не буду выкладывать начинку, только смажу его маслом. Края трех коржей теста я аккуратно защипываю кончиками пальцев. Будущую котлому нам нужно свернуть в плотный рулетик. А теперь рулетик сворачиваем в плотную улитку. Вот так прижимаем котлому и отставляем в сторону. Снова беру пласт теста и повторяю те же действия в точности так же. Теперь сформированную котлому раскатываем, аккуратно раскатываем качалкой. Если вдруг котлома где-то порвется, не беда, на внешний вид это не повлияет, так как сверху мы котлому будем смазывать желтком. Готовую котлому переправляю на противень. Противень я выстелила пергаментом. Сформированную котлому сверху нужно смазать желтком. Смешиваю вот так желток с силиконовой кисточкой и смазываю верх котломы. Изделие смазываем желтком обильно. Если вдруг котлома сверху где-то надорвалась, не проблема, желток все исправит. Разогретую на 180 градусов духовку отправлю котлому выпекаться буквально на 35 минут на среднем уровне без конвекции до румяной корочки. Встретимся с вами через 35 минут. В сегодняшнем видео мы вместе с вами приготовили три вот таких красивых котломы. Они сверху блестящие, слоистые, ароматные, очень-очень вкусные. Готовьте и вы, готовьте с удовольствием. Это нереально вкусно и просто. Понравилось видео? Жмите лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока, увидимся.